Hola, Drusha. Good morning. Papa is still sleeping. This is Yuri's vlog. Let's show Papa. Papa is still sleeping. Ta-da! Good morning, Papa. You make me happy when I am sad. You'll never know, dear, how much I love you. Hold on. You're my honey bunch, pumpy yumpy yumpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake, gummy drops, snigum snigum, the apple of my eye. У Юрчика новая игрушка от тети. Заказала нам новая мелодия наконец-то. Нравится? Юрчик у нас в школу собрался. В своем прикиде таком. Да. Ой, тоже соскучился по GoPro. Тоже соскучился по камере. Клочок. Юрчик уже крутится у нас во все стороны. Вот так вот. Вот куда заполз. Ты сейчас упадешь. Ты упадешь так, мальчик. Какой у тебя прикид крутой. Опять где носочек? Ты как умеешь, да. У нас уже 3 зуба есть. 2 уже выросло. И 3 уже лезет. Прям острые. Прям палец кусает. Там про Нави уже не говорю, как он ее кусает. Да, ты уже кусачий какой. Ну, как ты переворачиваешься? Вот. Даже на кривой поверхности, да? Ту-ру-ру, ту-ру-ру, ту-ру-ту-ру, ту-ру-ру. Новый способ готовки кофе. Также мы варим Юрчику брокколи и гречку. Мы уже едим вообще-то, что мы пробовали, кабачок на той неделе, брокколи, цветную капусту и рис. Сегодня будет гречка. Вот, нужно, короче, попробовать до года максимальное количество еды, чтобы не было аллергии. Вот, и постепенно вводить тоже аллергические продукты, которые иногда вызывают аллергию, типа яйцо, что там еще. Но давайте только один аллергический продукт, чтобы понять, есть аллергия на него или нет. Один раз в день едим. Вот так. Не длинная у тебя палка от GoPro. Юрий, снимай. Юрий, держи камеру. Держи камеру ровно. Ты не трясись. Ой. И не трясись. Так, кто это мне звонит? Не понял. Алло? Да, здравствуйте. А, да, да. Лайфхак. Я ходил сколько... в прошлых выпусках ходил на почту. И стоял там по 2-3 часа в очереди, короче, чтобы забрать доставку. Там постоянно какое-то, как я сказал, не мое почтение происходило. Оказывается, недавно писал кто-то в Инстаграм, что, типа, что можно курьера заказывать на дом. 100 рублей, всего 100 рублей стоит. Ну, считай, заработал 300 рублей за эти доставки. А по времени вышел, наверное, как я целую смену отработал. Вот так нужно считать, сколько ваш час стоит, и расценивать приоритеты. Вот. И когда есть такая возможность, конечно, лучше сэкономить время. Потому что это время будет полезнее проведено либо с семьей, либо полезной работой. Сказали, да, кусочек кофе. Это мое, папина, это мамина. А это Юрочки, такой маленький. Ой, такой сладенький. Малыш будет кушать чуть-чуть маленькую свою порцию. Oh, not yet, мама, not done. Узнал свою ложку. Mama's not done preparing. Еще началось, мальчик. Okay, sir. Ready? Woo! Я яйцо. This is egg. No, no, he's like... Something new? Something new, baby? Вот пришли с Почты России за 100 рублей доставка. Ну, в смысле доставка целых 100 рублей. Это, короче, я заказывал давно еще на Озоне. Тент для машины, ну, типа такой от солнца. Можно остановиться там, чтобы
перекусить еще что-то, чтобы солнце не падало сильно. Ну и такой здоровый тент. И там можно под ним расположиться. Ну, уже на следующий год пойдет. Потому что вообще, на самом деле, думаю, если мы куда-то поедем, машину продавать. Чтобы она просто так не стояла, чтобы деньги не стояли просто так в железке. И чтобы... Ну и налоги надо же платить, а там налог не маленький на нее, что-то около 40 тысяч в год. Так и не решили, куда улетать. Возможно, с этим и связана моя прошлая апатия такая, знаете. Вот всю неделю было, ну, прям что-то ни туда, ни сюда. Не знаю, что делать, куда ехать. Перебираю там страны. Хочется возможность иметь еще и подольше остаться, но на всякий случай. Потому что, ну, устаешь, если... Особенно с ребенком, ну, каждый там месяц, каждые два месяца мотаться неохота. Если виза всего там на месяц, на два дается, ну, что-то мне пока такой вариант не кажется притягательным. Оказывается, когда корона началась, начали многие страны выдавать визы долгосрочные для тех, для фрилансеров. Если ваш заработок равен больше 3500 евро в месяц, нужно подтвердить. Ну, и все страны по-разному. Коста-Рика, например, тоже там дает, там, по-моему, 2000 долларов надо. Какие-то страны даже от 300 долларов в месяц нужно подтверждение всего. Такая тенденция началась, страны осознали, что ну раз туристов нет, пусть приезжают и такие люди, типа фрилансеры, кто удаленно работает. Это, кстати, тоже плюс для тех, кто у меня будет обучаться, потому что я также продолжаю работать над своим курсом. Хочу провести бесплатный вебинар, он будет 21-22 декабря в 6 часов вечера по Москве. Вот вы можете зарегистрироваться по ссылке. Называется он «Как выйти на первые 1000 долларов, работая удаленно». Там будет, что такое фриланс и как на нем зарабатывать, способы удаленного заработка, преимущества удаленного заработка, сколько можно зарабатывать удаленно, как выйти на ежемесячный доход в 1000 долларов и постоянно расти, что мешает вам расти в доходе и много другой полезной информации. В прошлом видео я рассказывал, что хочу создавать курс. Так вот, курс будет, да, он будет с 10 января, вот, но... А продажи начнутся именно вот на этом бесплатном вебинаре. Вот, так что всех жду там. Кстати, работаю над курсом уже давно, и я все это постил в сторис Инстаграма, кому поэтому интересно. Там сохраненные сторис, заходите, там есть обучение, курс. Вот я бы даже брал двух бесплатных учениц, которые выиграли конкурс, чтобы проверить на них программу и ее подкорректировать. Работа идет уже над ним давно. Вот, так что мои будущие студенты будут, возможно, иметь такую возможность жить много где можно. Хорватия тоже дает, ну, короче, много даже европейских городов дают такую возможность. Что еще? Ну, вот и думаем, да, хочется все-таки и тепло. Там в Европе сейчас и в Турции, там Кипр, там тоже сейчас прохладно будет. Грузия то же самое. А там, где тепло, это слишком далеко. Это либо Латинская Америка, либо в Азии это... Бали остается, Шри-Ланка, ну вот. Ну, Бали, да. Шри-Ланка не дает долгосрочный виза, а вот Бали дает, по-моему, на 6 месяцев. Так что, кто что знает, подскажите. Пишите на почту только, пожалуйста. В комментарии я не успеваю все прочитать. На почте обязательно увижу, почта у меня есть в описании. Вот, также в Инстаграме все будет про курс, про... Повседневные истории тоже подписывайтесь в инсту. Ну, а, кстати, почему мы выехать хотим? Во-первых, чтобы обновить визу российскую, потому что у нас сейчас без визы, мы здесь с нами. Но это второстепенный, скорее, вопрос. Так бы мы поднажали и сделали бы что-нибудь. Но нам хочется уехать из зимы. Все-таки мы не рассчитывали, на самом деле, быть всю зиму здесь. Наша задача была посмотреть снег. Снег мы посмотрели в горах. И еще задача, может, посмотреть городской снег, вот. Ну, не здесь, ну, может, когда в Москву поедем. В конце декабря или в январе надо вот куда-то поехать. Вот сейчас такая была апатия. Ну, может, это осенняя еще хандра. Холодно. Думаю, я не привык уже 3 года, не видел зимы и холода. И, наверное, вообще впервые. Я вообще не хочу на улицу выходить. Теперь замерзла. Ей как бы не оделись, ей все равно холодно и неприятно. А так, в целом, в Астрахани. Еще нормально, ну, там солнце светит, у нас нет грязи, там плюс 7, плюс 8 температура пока. Ну, то есть не так все плохо. В Москве там уже давно грязище, холодрыга и серость. Вот у нас еще пока терпимо. Поэтому мы сейчас хотим кое-какие дела тут доделать. А прививку на завтра последнюю еще. И у Юрчика в поликлинику сходим, неврологу заодно, может, покажемся. Там маме кое-что помочь. Да и все. А, ну, может, еще в бассейн мы, может, недельку-две походим. Попробуем, а потом в Москве, может, продолжим.
Вот, так что вот так, такие дела. Поработали немного, и у нас перерыв. И чего? Учишь язык? И чего учишь язык? Dancing. Танцуешь, мальчик? Dancing. He's dancing. Танцор. I танцор. Water. Танцуешь? Ай, как весело. Ты чего, купаешься? Найби релаксирует с Юрчиком. Ему очень нравится ванная, поэтому я сейчас ищу бассейн. Что-то мне не перезванивает один бассейн, надо им самим позвонить. Сейчас у меня будет созвон с контакт-менеджером. Мы продумываем курс. Все активно еще работаем над ним. Короче, я после отдыха неделю, у меня прям понедельник, прям столько энергии. Тоже сейчас хочу еще делегировать Яндекс.Дзен, вот девушка, которая мне делает субтитры, делегировать еще часть работы, писать статьи, больше постов, ну, я ей буду идеи давать, там, все редактировать. Хочу, чтобы тоже роман грузил на Дзен. В общем, еще больше себя освободить, больше фокуса опять на курс. Стоки сейчас тоже делаем, короче, у нас столько работы делаем. И все не зря. У меня, например, ноябрь сейчас, еще он не закончился, он мне выходит самым прибыльным со всех моих заработков. YouTube, Дзен, там, если все почитать, то это у меня, ну, рекорд вообще за всю мою жизнь. Рекорд по заработку. Вот, это прям тоже заряжает. Очень круто. Я плачу уже большие налоги. Я даю работу людям, притом, хорошую, полноценную, можно сказать, практически работа. Помогаю родственникам, вот. Ну, круто ощущать вообще себя полезным. Это Юрчика самые нелюбимые. Алюй, не любишь одеваться? Все, пойдем в бассейн. 3 минуты. Volkswagen Polo. Левый. Three minutes. You like snow? I don't like the snow. Much? I want a lot. Ты куда поехал? No. Not so. Yeah. Мальчик. You ready to swim? Здрасте. Куда пришел мальчик? Куда малыш пришел? Я уже сделал небольшую экскурсию по центру. Еще рано? Угу. Хорошо. Come on. You're welcome. Это место, где вы можете переодеть ребенка. This is a place where you can have those... переодеваете ребеночка. Здесь вам нужно будет его полоснуть. So you have to wash your baby here. И потом дальше вы проводите его в бассейн. Вы будете сниматься в маленьком бассейне. Это бассейн для новичков. Это маленький, да? Да. So only children under 2 years can swim here. Так, пойдемте покажу вам вашего тренера. Че, мальчик? Ты новичок, Юрчик. Ты новичок у нас. Анастасия вышла. Сейчас она подойдет. Пока присаживайтесь, у вас еще есть время. Так, переодеваете, купаете. Аквапаммерс есть у вас с собой? Нет. Нет, да? Да, мы хотим как раз узнать, какие нужны. Вы можете его купить. У нас да, 50 рублей штука. Новичок. Новичок. Age. А? Возраст? Или вес? А, да.
8 тогда. Дэнс. Дэнс. Гоу. Готов? Готов! Да! Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Спасибо. В общем, да, Юрчик у нас плакал. Он еще сонный. Ну, они говорят, это нормально. Всегда вначале все плачут, потом привыкают. 5 занятий вообще надо, чтобы привык. Нас с одним инструктором вот будут ставить. Будем учиться нырять, плавать. Привыкнет постепенно сейчас. Здравствуйте. А вы русский? Я, да. Супруга не. Вы не русский? Не, я русский. Да? А вы русско говорите как с акцентом. Да? Ну да, мне, кстати, я просто жил, может, потому что в Азии долго. Супруга из Филиппин, а я отсюда, я местный. Просто я жил на Филиппинах, да, там. А, ну вот уже ну, все. И мы, да, часто. Мы уже там свои, родные стали. И мы, ну, постоянно, да, общаемся между собой. Ну, в смысле... До свидания. До свидания. Что это? First time not Russian. I look different. Все, приехали домой. Женщина. Таксист говорит, ну там же за границей лучше. Я говорю, ну, смотря где. Она говорит, ну вот, пенсии. Вот иностранцы все время приезжают, и на пенсиях могут путешествовать и так. Я говорю, ну, знаете, зачастую вот эти европейцы, американцы, у них тоже небольшие пенсии, и зачастую у них просто хорошее образование по финансовой грамотности, они живут со своего капитала на пенсии. В будущем России, может, тоже отменят вообще пенсии и как бы остается рассчитывать на себя только. Сегодня снегопад. Сегодня, короче, снегопад, мама Нави написала. Говорит, снег пойдет. Пока не идет. Пойду сейчас к стоматологу. Корова. Что это у тебя? Квакает в болоте. Лучше места не найдете. Ла-ла-ла-ла. Приглашу к себе болото. Пока. Ой, не хочет, чтобы папа уходил. Пока. Скоро увидимся. Нави мне пишет, говорит, там так красиво. Все, вылечил, кстати, все свои зубы практически. Еще один осталось и одну коронку поставить. Ну, не считая там имплантов каких-нибудь. А так все готово. 3 года тоже. Не видел, как снег идет. Даже больше. Да, я всегда помогаю с коляской. Просто когда я снимаю, мне неудобно это делать. Поэтому, следовательно, вы видите только тот момент, когда я снимаю. Когда я не тащу коляску. 99% я всегда... Сам все делаю, все это вожу.
Газпром. Я, кстати, владелец. У меня 70 акций есть. Instant vape. I have an instant vape. Меня удивляет это. Так, 7 килограмм 900, ну 115. 7 800. Ты куда пришел? В детсад? Прививку будем делать. Прививку. Глотай. Все. Ням-ням-ням-ням. Вкусно. Сладкий спит. Устал. Сделали платную вакцину за 1700. Потому что выбор либо бесплатный, но бывает температура и побочка, либо платно, без побочек. Выбрали второй вариант. Взяли справку в бассейн. Может, пойдем в частный бассейн, запишемся, пока поплаваем. Мы также забрали нашу карту прививочную. Теперь в год только надо делать. Так что мы поедем. Может, опять уже вернемся в Россию и сделаем здесь. А пока думаем, куда ехать. Сейчас опять склоняемся к Бали, кстати, как вы думаете. Хотели бы вы нас там видеть. Но нам было бы там комфортно, я думаю. Солнце, пляж, место зимы. Вот. Здесь мы все сделали. Зиму посмотрели почти. Можно дальше обратно в тепло. Вот. Конечно, не хочется так далеко ехать. Если туда ехать, то надо надолго, как минимум. На полгода, потому что там виза, бизнес-визу надо делать дорогую, билеты дорогие. Если сюда ехать, то прям не на пару недель точно. Ну и не хочется постоянно перемещаться, хочется на одном месте посидеть, отдохнуть. Run. Потеряли носочки. У Юрочка только по одному носку осталось. What's up, yo? What's up? Какие нас? Кушать будем. Да, зая. Такой активный мальчик стал. Все, он у него шевелится. Да. Везде лазить пытается. Найви сделала пасту. With broccoli and beef. Брокколи? Yeah. Вкусно. Молодец. Молодец. Close, open, close. Close, open. Faster. Close, yeah, open. Don't move. Don't move. I didn't move him. It's him. И кулачок. Baby Yuri, baby Yuri, where are you? Here I am, here. Доставочка.
Так, сегодня наступил следующий день. Я ездил машину отвозить в сервис, колесо проверить. Оказывается, обод немного износся, и там надо какое-то еще покрытие на обод. Из-под обода выходит воздух. А потом также оставил там на мойку, поехал в СДЭК. Мне подписчица прислала какую-то одежду на Ави, подарок. Вот, типа, все. Она мало носила или не носила, или... В общем, одежда какая-то хорошая. Там в Италии или где-то они заказывали или покупали. Не знаю, вот в СДЭК. Она оказалась такая огромная посылка. А, пришлось оттуда такси еще заказывать. А я еще на Ави. Мы и себе купил костюм спортивный. Тоже, чтобы в машине удобно ездить, комфортно. По пути еще водителя попросил завести меня в Магнит. Вот. Он такой очень любезный был. Даже не взял все деньги, которые ему сверху хотел дать. И помог дверь открыть, все дела. Просто мое почтение. Сейчас посмотрим, что там нам прислали, что мы заказали. Давайте начнем с того, что мы заказали. Та-дам! Тыщ! Только Юрий не в нашей команде. We need to buy for Yuri also для Юрия игрушки. Да, может, еще найдем чем для Юрия тоже такого, я пока не нашел. Такой же цвет. Итак, давайте посмотрим, что там прислала Татьяна на... для нас. Кстати, еще подписчица присылала, я так и не показывал, по-моему, посылку. Я как-то за ней ходил, а, по-моему, забыл открыть и показать. Сейчас я покажу. Юрчику вот такое прислали, представляете? Очень теплое. Может, как раз... Поедем в Москву, пригодится. Здесь такие бутсы и такие же перчатки есть. Да, большое спасибо за эту куртку. А теперь это новое задание. Так, что-то теплое, значит, есть тоже. Говорит, в Испании все покупала. Ну, у Нави тоже похожа куртка на испанскую. Спасибо. Так что вы говорите, темная, сычка. Если бы я не сказал про 300 рублей, никто бы ничего не сказал, что она плохая. Возможно, та куртка тоже дорогая из Европы. Даже носочки у Нави теперь так много. Маска. Столько колготок. Сумочка. Ну, Юрчик. Футболочка. Короче, ладно, футболочки много. Спасибо большое, so many t-shirts. О, хорошая. О, треники, штанишки, курточка. Ну все. Все, Нави больше ничего не покупаем. Все, Нави хоть что-то примерит. Ты можешь штанишки. Ну ладно, вот так. Куртёжка классная. Все, придется нам в Европу ехать. Носиться. Держи, Юрчик. Уже это, устал держать. Теперь у меня есть помощник, а то мне неудобно двумя руками держать. Так, сегодня у нас особенный день, который все ждали. И я объявляю регистрацию на бесплатный вебинар по удаленному заработку и фрилансам открытым. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на вебинар. Пока регистрация еще открыта. У-ху! Yeah! Спасибо большое! И до свидания! Все, пока-пока! Всем спасибо за подарки, за посылки и за просмотр наше почтение. И подписывайтесь на Инстаграм, чтобы ничего не пропустить больше. Пока-пока!